Одежды наших там нет, они уехали на этот, на мост. Надо подождать. Сегодня поставлена задача девочек сохранить. Никуда. Целый день пускай рисуют, сидят, что угодно. Галина Александровна, смотри, какую работу сделала. Заново их очистила. Чтобы они ни к чему не прикасались. Чтобы завтра они уехали чистенько, и там мама все порадовались. Они обихоженные, только что в субботу были в бане. Не надо играть, не надо играть, не надо. Кто-то идет мимо, ударится. Вы не бросайте вот эти вот где-то. Ты ее... Зачем такой длинный привязали? Кто привязал? Да это я привязал. А? Я привязал. Ну вот побежал, он сейчас запнулся, ногу повредил. Ну же так, чтобы вот она никуда не могла-то. Отвязать и переделать. Интересно как вот. Вот что не скажу, все не так. Ну ясно дело, он бросил и побежал. Следующий бежит, ее не видит. Что дальше? Ну не надо ничего гадать. Сейчас лежит у меня вот такая слега там небольшая. Я только отвернулся, а тут лежит пила. Кто на нее залез? Ты? Максим. Он? Кого нет-то? Да. Ты, Максим? Да. Максим, ты? Залез. А? Куда залез? Чего он спрячется? Не пойму. Он не Максим? Максим. Ну ты уже залез. Лежит бревешка, вот такое вот бревешка. Он мигом, я только отвернулся, он на него залез, а тут лежит пила. Их не убережешь. Они как одержимые. Зачем ты пошел? Ты ходить не умеешь по канату. Рядом лежит пила. Я только отвернулся на 2 секунды. Он уже мигом залез и попер, куда его. Вот они чисто силу только может делать, так, чтобы человек не щадил храм Божий. Зачем ты залез и пошел по ней? Он не знает. А я знаю. Потому что честный же творящий крест сохраняет человека от этого. Трое вокруг тебя ребята стояли, ни один не полез, а ты полез. Понимаешь, нет? Вот рядом веревка лежит, я бросил, веревка чистая. Лежит она, веревка. Ни один на нее не наступил. Ты побежал чистая, грязными ногами по ней, только ты. Притом это в течение 1 минуты ты все сделал. С тобой какая-то сила наворачивает, тебе это надо? Я каждый раз говорю вам, ну вы будьте повнимательны-то. Вас уберечь нельзя. В любом лагере вы будете безголовые, тонете и прочее. Мы вот сохранить не можем, сохраняет Бог. Бог сохраняет тем, что ну, слышит молитву, за нас очень многие молятся. Навязали еще тут. Ну, отрезать-то нечем. Ну, тут ума-то никакого не надо, чтобы привязать-то его вот так вот. Бросил, она сразу повисла. Не могу никак сделать. Принесите нож кто-нибудь. Виталий, я не верю, что это от Бога. Богу не нужно это все. У нас один пришел в храм православный и говорит, я посмотрю, баптист, стал православным. Не поговорить ни с кем, ничего Писания не знает. И говорит, Бог только дураков набрал у вас, или он вообще их никогда не избирал. Я согласен. Вот он здоровый. На каждом шагу выворачивает вот так. Ты работаешь, ну маленько, можно поторопиться-то чуть-чуть. Все тебя ждут, никаких, иду вот такой вот. Это что, православный? Любой побежит. Никита бегом побежит, здесь иду в развалку. А что ждут меня? Подождут. Не князья. Видишь, порченная нитка. Дальше. Все не так. Все почему-то необдуманно. Вот так. Ну тут уже что сделать. Только так. Вот она висит. Ударить можно? Можно. Вот она достает. С какой целью это делается? Виталий, отнеси нож. Не точно. Не споткнись. Виталий работает. Я говорю, ты поработал. Топор пошел куда? Воткни, чтобы видно было. Только отошел сейчас, топора нету. Вдвоем стали искать. Втроем, вчетвером ищем, топора нету. Наконец нашли. Я разговариваю, вам зачем это нужно? Едут. Ну едут, я знаю, что едут. Теперь, следующее бревно, подхожу, он между бревнами его засунул, его уже, если бы он упал, никогда не найти. А бревна валятся. Вот так вот, вот не его, чтобы отсюда было видно. Что это означает? Давай, бей. Бей, бей. Познакомься. Максим, все бежали, кроме тебя.
Бегом туда и обратно. Все, бегом назад. Тебе надо, ты нормальный парень. Мы с тобой пилили, у тебя получается. Ну просто сами себе не дорожите. Какой у тебя будет это авторитет, биография? Боже милости, будь мне грешен. Создал мне, Господи, помилуй меня. Вячеслав согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй, благослови. Вот вы все бегаете, вот это наша территория. Вы видели, эту палочку лежит? Да. Ни один не подберет. Ни один. То есть чужое, это не мое, я не хозяин. А. Мне Вика постоянно приносит то стеклышки, то железки показывает, что подняла их. Вот Вика одна, единственная. А ты это редко. Кого-то. Ну это всегда надо их закапывать где-то, нашли. Это наша территория, ходим босиком. Труда-то никакого в этом нету. Вот скажи, вот уехал сейчас Тараси. Егор, ты думаешь, какие мысли у Тараси о тебе? Какая память осталась? То есть абсолютно... Ну закрой рот, вот, позеваешь когда. Здорово же, дядька. Вот это вот копия твоя. Он совершенно не думает, кто будет, как там, где брошены. Ничего не знает. Зачем ты его давил? Зачем ты на него садился? Он уехал. Вы уже никогда не встретитесь. Никогда. И ты в нем эту память оставил. Какую память? Память бегемота? Был такой вот здоровый дурень. Залез на меня верхом, придавил. Не надо махать так сильно. Выйди сюда, Егор, я с тобой разговариваю. Дай понять, что у тебя там под шалобаном, под коркой. Ты думаешь, какие у нее тебе сейчас память? Какую оставил ты? Плохую. Плохую. У мамы? Плохую. Плохую. Три сестры. Какую память? Плохую. Плохую. И в конце концов у тебя все выпрет туда, где сроду ты не думаешь. Зачем ты это делал? Веры-то никакой у тебя нету. Просто нормальный человек, даже неверующий, он этого не сделает. У тебя веры никакой нету. Да разве может это делать христианин, когда Христос за наши грехи умер? Он поменьше тебя давил. Да ты, Виталий, дави, разрешаю. Ему это полезно. Придави его где-нибудь. Скажи, ты будешь думать по-человечески или все такой же эгоист, как я? А я посмотрю на вас, кто кого одолеет. Через 3 года ты его подомнешь под себя. Только крепче его дави. Ты знаешь, Виталий, вон он стоит, чешется. И он думает, ой-ой-ой. Только бы не приезжал сюда. А вы приедете в гости еще. Ты уехать должен другим. Осталось 2 недели. 2 недели всего. За 2 недели попробуй по-другому. У меня были 2 брата такие. Ну, из Енисейского города. Ну, и вот один сильно спортивный. Ну, спортивный, на руках вот так вот. На вытянутых руках солнышко делает на руках. Это на турнике. А ума ничего нету. Вот такой примерно. У меня самоподъемник. Это самоподъемник, как надо сесть тут, как это, петля такая. И тогда поднимает на колесики туда. Он видел, мы обедаем. Он поел, быстро ел. Крепкий-то. Он становится ногой. Не садится, а ногой на веревку-то. Начинает поднимать. Ну, раз себя поднимает, а вверху балка. Значит, он наклоняется. А раз наклоняется, нога вывернулась. И он оттуда перевернулся и упал пузом на землю. Упал, у него дыхание... Никак нету. Его пришлось тащить, на скамейку ложить. Дыхание перехватило. Зачем ты это делал? Ответить не может. И все спрашивал. А могу, говорит, я другую, чтобы... И мы писали характеристики детям. Характеристика другая была. Ну, там у нас где костер, а рядом внизу, то видели, колодец закрытый такой железный. Я послал за водой, их нигде нет. Я залез на качелю, а там видать. Я скорее на велосипед приехал, а он лежит вот так вот, лежит отдохнуть, он спрятался от глаз-то. Я подъехал, ты что делаешь-то? Ну сколько ему там горящих насыпал и домой. Он говорит, как он меня нашел? Я же ушли с братом, а приехали с матерью 2. Черепановы, что ли, они фамилии? Одного Слава звать. Вот. Я говорю, ты куришь, наверное? Я? Нет. Я говорю, если куришь, положи все папиросы сюда, нет. А у меня в другой комнате там солдаты дежурили, и они спали. Ну, от машины сиденья, они на этом сиденье. Я говорю, если я у тебя найду табачное, папиросы, табак, я тебя буду удрать, тебе 25 горящих сеткой, ручками пороть. Мать здесь с ними. Да нет. Ну, я говорю, выходи.
выходя ему раз, и сразу нашел. Так он после матери, мама, как он мог-то у меня сразу найти? Так он же, говорит, где был-то? С заключенными. Я знаю все заначки, где они делают. А это стандартно. Мужчина прячет ближе к дверям, женщина там, то есть, ну, определенное где-то. Ну, я его отщикал. Ему 25. А он никак. 10, кажется, дал ему. Можно я в туалет бегаю? Побежал в туалет, опорожнился, пришел, тогда лег. На ноги ставил. Она приехала, два сына, две дочери привезла. Без разрешения. Ничего нету, без головных уборов. Ничего нету совершенно. Вот как были дома, вышли, так и пришли. Не просто не... А тогда еще деревня не начинала строиться. И я должен был обеспечить их, чтобы они поехали другими. И на снимках они у меня остались. Приезжал Волобоев Александр Павлович, известный фотограф. Нынче-то у нас фотографа нет такого. А то фотографы были знаменитые на весь мир. Фотографии сохранились. Ты понял? Я плохой, плохой, плохой. Ты подумай сейчас, если ты не сможешь. Вот вас если в одной келье оставить с Максимом, что будет? К утру только сапоги и тапочки останутся. Друг друга слопайте и все. Вот Максим был, который уехал еще. Ты что, хоть понимаешь, что я тебе говорю? Да. Do you understand me? Да. Стандарт. Все. Ну что, Дарф Мангерайн. Лоточки. Все. У кого нету? У всех есть. Так, у нас следующее на очереди вот это вот, звено выпадает. Вот это звено у меня остается. Вчера ваша мама звонила в прокуратуру, долбит и долбит. Со всех сторон. Угрожают. Прокуратура – это орган, наблюдающий за нарушением. Но если такое отношение к детям, чего дальше ждать? Прокуратура должна смотреть, где условия, которые опасны для жизни. Они у нас нашли опасные. Вот он, человек, который в этих опасных условиях. Сколько лет уже здесь? 6. А ты? Не знаю. Она даже 8. Не знает, как родилась, так тут и родилась. Я знаю, сколько она здесь. Она 8 здесь. А Ваня сколько лет был тут? 8. 8. Его брат старше. 7. Если плохо было, зачем бы шли? Притом это все время 4-4 бесплатно. Стараемся еще какие-то мы и обстирать, найти порошки. Ночью, чтобы днем было интересно. Разные фрукты привозят. У них ничего нету. Совершенно. Ясно дело, что как-то еще делать, я говорю, ничего не делать. Что делать? У них работы нету, потому что они боятся преступников, иначе бы они их ловили. Сажали бы, начиная с депутатов. Начиная с милиции. Вчера считал, только газета пришла, оборотни. Милиция, милиция убивает. Банды составляют. И он бился 5 лет. Инвалидам первой группы сделали, другого инвалида второй группы, банда, внутри милиции. Страсбургский суд уже направили, и оттуда дали указание, теперь пенсии хоть платят. Признайся, подпиши. А другого мужика забили бутылку и разбили задний проход. И умер тут же. Милиция. Мы молимся, с нами так милиция не поступала, это по газетным. Почему мы молимся? И даже вот эти приезжают пузатые, это милиционеры-то, они нам никакого вреда не сделали. Мы о них молимся, за нас многие молятся. За стол. Все это нужно. И Роснадзором к месту. И надо наблюдать, чтобы действительно были условия подходящие для них. А у нас свои условия, мы православные. Да не глядит на себя зеркало. У меня котик овался. Давай, Кося. Я сама старый котик хочу. Посмотри. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Вот сейчас-то смотрится в зеркало девочки. Это я вижу, вот они обе одинаковые. Зачем? Зачем? Вот мимо идет, обязательно посмотреть. Ты не изменилась. Человек смотрит природные черты своих зеркала. Отошел и забыл, какой он. Это говорит апостол Яков. Фрося, ты слышала? Да. Подвинься. Ты внутри себя посмотри, какая ты. И вот одна такая была, она на себя наглядеться не могла, зеркала-то не было. Она в воду смотрела, какая я красивая. Ну, северные народы, глаза раскосы, как. Наконец закрякала и поплыла, как утка. Как. И по сегодняшний день, говорит, плавает. Это у них сказка такая.
А у другой мать больная была, дети не заботились. И мать молилась, говорит, и превратилась в какую-то кукушку или что полетела. Тогда дети за ней побежали. И бежали, ноги резали, везде, где кровь падала, там, говорит, что растет ягода морожка. Это северные сказки. Но в них смысл заложен. Давайте. О, по славу Божию. Все у нас. Подавайте на стол. Сегодня у нас женского персонала нет обслуживать. Только мужской. Первое, едим молочный суп с сухарями. Вот это то, что у вас хлеб лежит, это для того, чтобы замазать потом чашку. Так, святой воды пейте все, чтобы никто не болел. Пейте. Все слышали? Она освященная. Все на этом.